У каждого свое лекарство в таких вопросах. Но здесь я не буду уходить от вопроса. Поскольку вопрос личный, ты не будешь уходить. Не буду. Я думаю, что секрет успеха – отвага. Расширит. Это не бояться новых усилий, не бояться новых программ, не бояться трудностей, которые появятся, не принимать как объяснение, почему ничего не делаешь, то, что боишься. Где-то центрально мне, по-видимому, помогает то, что повело меня в отряды команды с офицерской армии под Иерусалимом. Это осталось. Такое остается на жизнь. Я верю, что большинство моих коллег держатся те же принципы. Коллег-преподавателей, не бояться пробовать нового, не бояться браться за новое, не бояться трудностей, которые создаются, не бояться трудностей, которые создаются в существовании школы. Ведь существование московской школы, 25 лет почти что существование, мне раз за разом говорят мои русские коллеги, ну да это невероятно, быть не может. Такого не бывает. Бывает. Не бывает приходить в московскую школу. Посмотрите. Бывает и есть. И будет дальше. Так что мой ответ отвага. Готовность рисковать. Ну да. С новыми программами. Это ответ командоса.